Ну что ж, всем привет, с вами я, ЦБ Витер, мы сейчас играем Far Cry. Первый Far Cry. Я вернулся, ага, ну да, меня ж убили. Так, поехали. Ты слышишь? Фига себе. Куда это я попал? Так, постарайтесь найти Валерии. Валерии нам нужно найти, да? Хорошо, поехали искать. Окей, минус два тела. Минус нули. Еще одного. Окей, нормально. Троны есть. Напоминание персоналу о любых подозрительных происшествиях немедленно докладывайте командиру. Такое ощущение, будто это рабочий корабль, слушай. Если только она не замаскировалась под одного из наемников. Эй, кто там? Инженерному и техническому составу начать проверку кабелей и генераторов. Все соединения должны быть проверены дважды. Такой... Реально такое ощущение, вроде раздолбанный корабль, а такое ощущение, будто он еще типа плевать, ерунда рабочий. Ай-яй-яй, кто-то попал. Жесть. Ты шо не гонишь меткие? Да блин, там сверху какая-то жопа валит. Ничего не вижу. А, он за пулеметом там сидел. Ага. Так, вроде никого нету. А, ну конечно, за пулеметом. Чё? Там снайпер был? Блин. Я убью тебя. Что здесь произошло? Ну, вылази давай. Он же наверх. А, вот этот. Что за чертовщина? Пяточку чисто. Так, теперь аптека нужна. А вот еще. Да блин.
Еще какой-то гусь там. Там еще какой-то гусь. Блин, классная пушка. Бля. У меня очень мало патронов. Кто, блин? Нужно ближе подходить. Жесть, они валят, конечно. А, вот сюда. Ай, блядь, да откуда вы? А, они на вот этих бортиках, блин. Тоже сидят. Совершено нападение. Наверное, он ищет ту девчонку. Ясно. Тут он ее не найдет. Она на пути в бункер. Ау! Не средство! Похоже, придется защищаться сами. Какие патроны закончились? Ладно. Самой Вэл здесь нет, но я нашел ее камеру. На кассете какой-то клоун по имени Кригер. Этот архипелаг – идеальное место для моей работы. Острова находятся в стороне от морских путей, и здесь, вдали от цивилизации, никто не помешает моей работе. Мне потребуется время, но будущее всего человечества зависит от успеха моей работы. Я осуществлю предначертанное. Дойл, они забрали Вэл в какой-то чертов бункер. Где это, а? Я знаю это место, но оно хорошо охраняется. Садись в лодку, я тебя встречу. Хорошо. Так, отправляемся, да? Отправляемся мы. Найдите лодку. Дайте... А, аптека. Хорошо. Будем аккуратненько. Что это? Внимание всему персоналу. В зоне посторонней. Объявлена боевая тревога. Хорошо. Ой, не с той стороны. Давай. Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Ой-ой-ой-ой-ой. Жесть какая, вы чё, блин?
Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Что это за звук? Стоять, ублюдок! Да ё-моё! Я не могу встать нормально, потому что до конца не вылез. Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Ты шо, и шо происходит вообще? Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Да блин, у меня там жизни очень мало. Так, я понял, короче, нужно вот этого чела по-быстрому завалить. Да вылезь ты, блин. Ого. Это жестко. Очень жестко. И вылезть не могу спокойно. Ну, давай. О. Блять, как это вышло? Как это с первого раза вышло-то? Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Эй, есть там? Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Эй, кто там? Вообще, по идее, нужно где-то спрятаться. Но где, когда ты вылазишь, он сразу же на тебя нацелен. Все с пулеметами. Охренеть можно вообще. Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Собака. А если буду полететь? Давай. Да блин, ну да, конечно, перезарядку там. Блять, здесь вообще патронов нет. Жестко. Найдите лодку, а нам нужно именно здесь найти лодку.
А, блин. Чел просто прыгнул, прикинь. Где-то вот здесь мы, типа, должны были лодку найти. А, ее нужно было спустить. Пиздец. А можно как-то так? О, можно, прикинь. Как же продумано красиво. Как же продумано красиво, хорошо. Окей, я взял лодку. Что дальше? Сейчас убьют меня еще, да? Офигеть. Ого. Всякое, крупное не клюет. Просто у тебя не та наживка. Попробуй эту. Граната. Фредди, у тебя что, совсем крыша поехала? Просто у тебя не та наживка. Ой, блин. Сдохни. Как же больно. Здесь наемники организовали центр комитета. Да, блин. Падла. А чё так больно? Так вроде больше никого не было. Ай-яй-яй. Да за шо? Берегись! А, еще и грену кинули, прикинь. Охренеть. Блин, чё ты не убиваешься? У него броня или что? Её сложнее убить, чем других, блин. О, кукри дали. Прикольно. Где-то вон там чел. Патроны закончились. Не может быть такого. Как? Как он так пробивает-то?
Охренеть. Фух. У нас теперь лодка есть, зато с пулеметом. Вот теперь вопрос, где взять аптечку, вот это да. Это уже другое, конечно. Одно сохранение, да? Последнее. Пиздец, конечно. Уничтожь спутниковую тарелку, и они лишатся связи, поднимется суматоха. Во время всей этой неразберихи ты сумеешь скрыться, и затем мы займемся поисками в вал. Да мелюзга всякая, крупная... Да, блядь. Патроны нужны. Там еще вроде кто-то должен быть, не? Там аптечка была. Какой же падла. Какой же падла. Я еще плакать буду. Это очень жестко. Должен быть еще походу чел. Так, окей, вот это уже хорошо, только вопрос. Как мне тех потом завалить, если сохранения нету, автосохранение идет, придется тогда по берегу как-то пройти. Я фиг знает, что это за звуки. Вот сохранение. Теперь мы можем, в принципе, попробовать, да?
Окей, один есть. Чё, блядь? Говорю, окей, один есть, все, меня нету. Шесть. Он гранату умеет кидать. Не, это херня полная. Нужно, походу, к ним подходить, осматриваться и так далее. Кстати, не знаю, кто меня так с пулемета разнес. Прям жестко. Теперь ты попал. А, блин. Снайперка, снайперка. А где кукри делся? Теперь у нас есть снайперка, можно издалека херачить. Пацанов. Прикольно. Банан там. А, вот здесь чел сидел. Спокойно мог сесть, и я бы хер прошел бы. Потому что у меня, во-первых, снайперки не было. Во-вторых, это жестко. Еще один совет, Джек. Не ходи тропами. Скорее всего, наткнешься на противника. Пробирайся через джунгли, и твои шансы на успех возрастут. Согласен. Задержите его, я приведу помощь. Вылезай и сражайся. А ты вылезай давай. Еще кто-то. Да пошли вы нахер, поняли? Ты шо, блин? Овощи, блять. Это нормально вообще? Машину подогнали. Я приведу бомбу.
Окей, все, вроде бы. Ох, какие они жесткие все-таки. Все-таки они немножко жестковаты, конечно. Хотя там баланс и может быть. Ну да, кстати, возможно. Они иногда кидают каких-то более сильных. Может... Ты шо? Так, ну в эту сторону. Там, конечно. Да тихо ты, ну что ты так? Прям вылетает, слушай. Ничего не заметил? Что? Мои уши! Стой! А! Ни черта не вижу! Ох, это было жесть. Жестко, блядь. Ого. Так, подожди, это ППшка? Давай вместо с пистолета. Нажмите бросить оружие. Блин. У меня нету такой клавиши. Так, бросить оружие. Какой кнопкой поставить? Ну, давай на N. А не это. Я надеюсь, ППшка будет получше, типа. И сохранение. Окей. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, The Boy Vitro. Всем пока-пока.